Всем привет! Вы на канале Andrius Crypto News. Я попрошу вас обязательно подписаться на мой канал с колокольчиком. Крайне важно это сделать, потому что мы развиваем криптовалюту, мы развиваем этот век индустрии, когда данная профессия трейдерства является самой актуальной, самой перспективной из всех возможных, которые сейчас имеются. Вы не поверите, но самые опытные, самые имеющие в этом познание трейдеры зарабатывают миллионы. Миллионы в месяц. Да какой там в месяц? Есть люди, которые зарабатывают бабки куда больше. И не за один месяц, а за считанные дни, часы. За одну сделку. А теперь представьте, работая где-то там за 30, 50, неважно, 100 тысяч в месяц, это вообще не стоит и рядом. И чтобы добиться таких успехов, хотя бы приблизиться хоть немножко к ним, вы должны изучать информацию, почему рынок скачет вверх, почему он падает, и почему имеет, так сказать, я бы это сказал, систему дежавю, когда он возвращается к предыдущему этапу. То есть, если мы посмотрим на график, эта отметка равна с этой. И, следовательно, если вы закупились криптовалютой в данный момент времени, то вы понимаете, что она определенно поднимется вверх. Естественно, вы должны понимать, что она может и упасть. Однако, рынок всегда возвращается в прежнее русло и преодолевает эту отметку. То есть идет, соответственно, заработок, идет, соответственно, доход, который и составляет ваш кошелек. Вы можете быть трейдером, можете быть инвестором, которым вы, так сказать, доверяетесь в свои средства, опытным трейдерам, людям, которые зарабатывают на этом и позволяют зарабатывать инвесторам, которые хотят чего? Хотят еще больших денег. Потому что деньги делают деньги. И именно благодаря такой торговле мы можем делать еще большие деньги. XRP, биткоин – это те криптовалюты, которые всегда будут расти вверх, независимо от ситуации. Вспомните времена, когда XRP стоил меньше цента. Сейчас он стоит 40 центов, а его максимум был 3 доллара. То же самое взять и биткоин. Его максимум был 50 тысяч долларов, а минимум меньше цента. Селки баут.